Cloud FTP совершенно шикарная штука. Для реализации этого проекта нужно было собрать 100 тысяч долларов, а собрано было 200. А, по сути, это маленький компьютер, который выполняет одну функцию. Он позволяет любую вашу USB-периферию превратить в доступную по Wi-Fi. То есть вы подключаете, например, флешку, и после чего вы можете совершенно спокойно со своего iPad иметь доступ к этой флешке через веб-интерфейс, просматривать фотографии, просматривать фильмы и так далее. То есть то, что сейчас продают, например, некие производители жестких дисков за баснословные суммы, это вот те самые Wi-Fi жесткие диски, например, для iPad, вы можете с помощью этой коробки превратить любой жесткий диск, любую флешку, кардридер, даже цифровую камеру или фотоаппарат в полноценный аксессуар для iPad. Это очень круто.